такая штучка, да? Это что? Хэтчи Маус. А там тоже яйцо. Яйцо, яйцо. И вот такое яйцо. Ну, вот. Сейчас посмотрим. Давай посмотрим. Я купила. Папа купил в интернет-магазине. А что это? Это такой набор гнезда. Так, тут есть вот такая штучка. Угу. Ну что, дай? Ну что? Ой, что-то упало. Что это? Так, давай посмотрим. Глянь, тут такие зверюшки. Угу. Тут такие зверюшки. Тут их много должно быть. Видишь, тут много зверюшек. Ой. Ой. Поймала. Глянь, такие яички. А как мне открыть? Нет, не стучи. Давай прочитаем. Надо погреть в ручке. Вот так, грей в ручке, чтобы они были тепленькие. Они должны вот быть тепленькие. Вот смотри, тут есть инструкция. Видишь, вот так вот надо в ручке согреть ее. По три сердечка. Когда оно потемнеет цвет фиолетово на розовый, питомец будет готов вылупиться. Надо сердечко вот так потереть. Видишь, цвет меняется. Три сердечка. Ну так, хорошо, хорошо, три. Покела. Вот, смотри, твое сердечко уже меняется. Да, становится другого цвета. Такой. Какой? А что там? Надави на сердечко. Ой, видишь, треснуло. А ну кто там вылупится у нас? Кто это тут вылупился? Такая птичка маленькая. А что у тебя? А ну, давай покажем, что тут птичка такая. Маленькая такая птичка. У меня появилась птичка. У тебя теперь будет птичка. Ой! Что это? Ну, да. Кто тут теперь? Ну, кто тут? Ой, это такой маленький дракончик. Дай, покажи. Маленький дракончик. Маленький дракончик. А это их гнездышки. Какой? Вот сюда гнездышки. Да, один вот так гнездышко и второго сади рядышком. Вот, это такие гнездышек, такие птенчики. А как они лежат? Все, теперь ими можно играться. Такие маленькие. Давай поиграемся. Давай поиграемся.